Доброе утро, дорогие друзья! Мы рады вашему визиту на городской доброфорум. Первая часть этого слова придает нашей встрече особый окрас. Название форума отражает его главную цель – помощь детям, являющимся подопечными реабилитационного центра. На мастер-классе было представлено несколько площадок. Каждый ребенок смог найти себе занятия по душе. Здесь и выжигание по дереву, создание оригами, рисование акварелью и даже игра в шахматы. Что главное в шахматах? Усердие, просчитать несколько ходов вперед. Организовали площадки учащиеся школ города. Они разрабатывали идеи, готовили реквизит и сами воплощали задуманное, выступив в роли наставников. Привет, какой мастер-класс у вас проводится? Мы проводим бисероплетение мастер-класс. Мы учим детей плести, творить кольца сами. Получается, мы делаем вот такие вот всякие браслеты, кольца. Мы научим детей делать их. Потом дети сами начнут делать, если им понравится. Доброфорум – не единственная акция волонтеров Дворца творчества. Ежегодно они собирают канцтовары и другие необходимые для учебы принадлежности. В итоге их передают семьям, испытывающим трудности. Организаторы форума понимают, что дети нуждаются не только в этом, но и в живом общении друг с другом. Сегодня мы на базе Дворца творчества проводим впервые мероприятие, где наши детки совместно с детками из реабилитационного центра обмениваются своими знаниями, опытами, достижениями. Я уверен, что оно войдет в добрую традицию, и мы уже в дальнейшем будем также встречаться, общаться, обмениваться мнениями. Ребята с головой ушли в творческий процесс, несмотря на то, что атмосфера была для них непривычной. До сегодняшнего дня подобные занятия проводились лишь в стенах реабилитационного центра. Стоит отметить, что смена обстановки пошла только на пользу. Ведь чем больше людей показывают, что они неравнодушны к проблемам других, тем больше в мире добра. Люди ведь знать не могут, что ждет их впереди. Но ты пришел в этот мир не один. Карина Анисимова, Азат Давлетшин. Информационная программа «Время новостей».